Здравствуйте, в эфире программа «Эликсир здоровья». Знакома ли вам такая ситуация? На детской площадке все дети мирно играют. Кто-то качается на качелях, кто-то лепит что-то в песочнице, кто-то играет в куклы. И вот появляется ребенок, который старается кого-то оттолкнуть, кого-то ударить лопаткой и даже укусить. Как быть в этой ситуации? И как вести себя с агрессивным ребенком? Давайте узнаем у психолога. У меня агрессивный ребенок. Он кусается, иногда меня бьет. Что делать? Как объяснять, что так вести себя нельзя? В общем-то, агрессия – это такая форма активности, познания окружающей среды и предъявления себе этой среде. Другой вопрос – какие это формы? Если они гипертрофированы, то здесь с этим, безусловно, нужно что-то делать. Необходимо выяснять причины, мотивы агрессии. Они бывают различными. Ну, например, агрессия как привлечение к себе внимания. Очень часто ребенок, который недополучает в семье тепла, внимания, он таким образом пытается его получить. Попросту, ну, он знает, что если он проявляет агрессию, родители или те, кто их заменяют, другие взрослые, они точно откликнутся, и тогда точно он будет в центре внимания. И здесь необходимо тогда прорабатывать, почему не получают, почему не дают родители этого, ну и так далее, это все индивидуально. Агрессия может быть в силу того, что ребенок наблюдает паттерны поведения у родителей подобного рода. Ну, например, папа с мамой агрессивно, вербально или невербально выясняют отношения. Толкают друг друга, либо словесно каким-то образом оскорбляют. И в общем-то, дети очень часто подражают, и дети – это наши зеркала прежде всего. И если ребенок агрессивный, то, скорее всего, это свидетельствует о какой-то враждебной среде, в которой он находится. Тут тоже нужно быть внимательным и индивидуально подходить к вопросу. Все проблемы опорно-двигательного аппарата начинаются с нарушения нормального положения позвонков. Смещенные позвонки стирают друг друга, травмируют ткань вокруг себя. Так появляется отек, боль и нарушение двигательной функции. Как вылечить остеохондроз, грыжу и протрузию, смотрите прямо сейчас. Добрый день! Вы позвонили в медицинскую компанию «Евро». Мы предлагаем нашим пациентам комплексное лечение, используя методики и оборудование, рекомендованные современной мировой медициной. Это американские системы для лечения межпозвоночных грыж шейного и пояснично-крестцового отделов позвоночника, а также европейские системы, устраняющие даже самую сильную боль на первой же процедуре. Во время этого лечения происходит не только восстановление функции, но и стабилизация глубоких мышц. А такие новые методики, как внутритканевая электростимуляция, криотерапия, ударно-волновая терапия, не просто эффективно снимают боль, но и восстанавливают хрящевую ткань. Кроме того, для пациентов, перенесших инсульт, мы используем уникальные технологии реабилитации, единственные в Краснодаре. Все проводимое здесь лечение совершенно безболезненно, но сначала вам необходима консультация врача. Спасибо, что обратились к нам, и будьте уверены, вы сделали правильный выбор. Медицинская компания «Евро», если вы вовремя решили обратиться. Телефон для справок 8 988 247 47 88. Купить здоровье, как хлеб в магазине, конечно же, нельзя. Мне вон тот посвежее и покрепче. Когда здоровье дало сбой, мы ищем врача. Но найти в своем докторе не только специалиста, но и человека – настоящая удача. Для того, чтобы выразить теплыми словами благодарность врачам и клиникам, существует наша следующая рубрика. Моя мама очень пожилой человек, ей 84 года. Когда у нее случился приступ сердечный, ну, вызвала скорую помощь. Они сразу же провели обследование, сделали кардиограмму, что-то еще, где-то что-то там подключали, какие-то приборы, я просто стояла, наблюдала.
Посмотрели, сказали, что, в общем-то, не сердечный приступ, а воспаление, остеохондроз, что-то там такое. А боли у мамы были вот в области сердца. Скорая помощь приехала достаточно быстро, даже на удивление. Мы живем за городом, поэтому я даже удивилась. Хорошую помощь оказали профессионально, быстро, качественно. Мы с мамой очень благодарны врачам скорой помощи за оказанную профессионально помощь, за добросовестное отношение, за доброе отношение к пациентам. Спасибо. Скорая помощь в надежных руках. Минимальное время реагирования. Медицинские бригады высокого уровня. Снятие похмельного синдрома. Перевозка тяжелобольных по России. Специализированные бригады педиатров. Мы оказываем экстренную помощь детям и взрослым круглосуточно, выезжая в любую точку края. 272-03-03. Сбором называют смесь из нескольких видов лекарственных трав. Обычно сбор входит до 10 компонентов. Составляет их по принципу усиления функций друг друга. Сбором можно готовить отвары, настои или пить просто, как обычные чаи. Об одном из таких уникальных сборов смотрите прямо сейчас. Мечтает похудеть и выглядеть стройным и красивым. Многие женщины идут на решительные меры. Например, пластические операции или изнуряющие диеты, серьезные физические нагрузки. Но есть составы некоторых лекарственных трав, способствующие не только похудению, при этом и отличному самочувствию. Итак, кора крушины, кукурузные столбики, тысячелистник, полынь и горец птичий помогут желающим сбросить лишние килограммы. Кора крушины – весьма действенное слабительное средство, которое воздействует на толстый кишечник. Она работает мягче, чем алоэ или сенна. Кукурузные столбики – хорошее мочегонное лекарственное растение. Кроме того, оно уменьшает аппетит, притупляет чувство голода и нормализует обменные процессы. Тысячелистник, полынь и горец птичий удаляют избыток холестерина и также снижают аппетит, тонизируют, повышают жизненные силы и очищают организм. Такой сбор из трав будет способствовать похудению и даст организму недостающие элементы питания. Особым образом собранные, высушенные плоды лесных и луговых растений из самых экологически чистых районов юга России. Фиточай – рецепты старины. Уникальные напитки без добавления ароматизаторов, красителей и химических веществ. Изысканный аромат и приятный вкус. Фиточай – рецепты старины. Целебная сила природы. Есть люди, для которых интересы других людей выше и важнее собственных. Именно таким личностям удается достичь многого. А когда они обретают единомышленников, то дело приобретает настоящий успех. История, благодаря которой исцелили тысячи людей, в нашей следующей рубрике. Вот уже более 16 лет практически у каждого, кто сталкивался с проблемами наркомании или алкоголизма, или психическими расстройствами, на слуху имя Николая Васильевича Воробьева. Это врач-психиатр, психиатр-нарколог, реаниматолог, токсиколог, кандидат медицинских наук, академик Академии медико-технических наук, разработчик собственной методики лечения наркомании и алкоголизма. Воробьев окончил военно-медицинскую академию в Ленинграде, после чего несколько лет работал военным врачом. Но его всегда особенно интересовала психиатрия. Будучи в звании старшего лейтенанта, Николай Воробьев поступил в НИИ Бехтерева с целью прохождения специализации по психиатрии, а затем и наркологии. На сегодняшний день по его методике успешно работает около десятка клиник не только в России, но и за рубежом. Ежегодно здесь в каждой из клиник помогает справиться с наркоманием 100-120 пациентам. Главным слагаемым успеха здесь считают использование богатейшего опыта мировой медицины и авторских разработок доктора Воробьева. Клиника доктора Воробьева. Лечение алкоголизма, наркомании и табакокурения по авторской методике. Уютный стационар, индивидуальное лечение и реабилитация. Город Краснодар, улица 8 марта, 29/4. Телефон 260-14-96 и 236-04-27. Почти у каждого в детстве был велосипед. Какое-то прекрасное чувство нестись по улице и управлять собственным транспортным средством. Каждый ребенок мечтает об этом. А если у ребенка серьезные проблемы со здоровьем, то ему еще больше обычных детей хочется крутить педали.
детям необходимо играть, кататься на велосипедах, знакомиться с окружающим миром. Детям с ограниченными возможностями кататься на обыкновенных велосипедах не предоставляется такой возможности. Существует специализированный велосипед, с помощью которого ребенок познает мир. Родители и терапевты радуются тому, что ребенок познает мир, у ребенка улучшается состояние здоровья. Кроме досуга, терапевты оценивают значение велосипеда в развитии вестибулярного аппарата, гибкости суставов, правильной осанки, мышечного тонуса верхних и нижних конечностей. Центр средств реабилитации предлагает широкий выбор оборудования. Изготовление сложной ортопедической обуви на собственном производстве ООО «ТД Стандарт», а также подбор и изготовление индивидуальных стелек по уникальной системе «Форм-Тотикс». Возможность получения беспроцентного кредита. Телефон 259-76-28. Говорят, не так страшна болезнь, как ее последствия. Особенно это касается, когда человек получает ту или иную травму. Путь восстановления не быстрый, трудоемкий, но зато результат оправдывает все ожидания. Об одном из уникальных методов восстановления после тяжелых травм смотрите в нашем следующем сюжете. Профилактика, лечение и реабилитация заболеваний позвоночника и суставов – задача не из простых. Справиться с этими проблемами без операции или восстановиться после нее, отказаться от таблеток, успешно помогает в одном из краснодарских центров, работающему по запатентованной широко известной системе. Я создаю программу, которая обучит тебя владеть собственными мышцами на тех нагрузках, которые ты позволяешь своему организму. И у каждого это должна быть своя собственная программа, своя конституция, свои кости, свой рост и так далее. Помимо кинезитерапии, курса занятий, в центре можно пройти современные физиопроцедуры. Криотерапия с биологически обратной связью, ударно-волновая терапия, хивомат, а также комбинированная физиотерапия лазером и электролечением. Кардиотестирование и индивидуальная программа кардиозанятий, кедровая бочка, саунотерапия, гидромассаж, разные виды массажа – все эти услуги доступны посетителям центра. Также проводятся консультации врачей и сопровождение специалистами. Будьте здоровы и счастливы! Центр доктора Бубновского. Качественная подготовка к эндопротезированию крупных суставов. Раннее восстановление после операций и травм. Люди в большинстве своем не знают и даже не подозревают о лечебных свойствах мышц. Индивидуальная программа «Наблюдение врачей». Центр доктора Бубновского в Краснодаре. 22-486-22. Российская актриса и популярная телеведущая Юлия Высоцкая утверждает, что главный секрет красоты заключается в том, что мы едим. Красота изнутри, результат налицо. Юлия настоятельно рекомендует исключать из своего рациона сладкие газированные напитки. Она убеждена, что их скоро назовут сигаретами будущего. Вместо них просто необходимо пить воду. Она выводит из организма вредные токсины и помогает сохранить острый ум. Главным условием красивого человека является сон – не менее 7 часов в сутки. Ну и, конечно, Высоцкая не приемлет таких вредных привычек, как курение. Это ведет к спаду жизненной энергии и потере красоты. Голливудская знойная красавица Пенелопа Крус нашла для себя собственный рецепт стройности. Все блюда она запивает свежевыжатым грейпфрутовым соком. Хотя здесь очень вероятен эффект плацебо. К уходу за волосами актриса подходит более тщательно. Она собственноручно готовит маску из мякоти манго, корицы, кофе, перепелиных яиц и кленового сиропа. С этой смесью на волосах Крус проводит не менее часа. Сладкоголосая Марайя Кэрри любит все получать по максимуму. Будь то размер груди, шикарное тело или пухлые губы. Губы она, кстати, увеличивает простым и совершенно безобидным способом. Наносит на них немного эфирного масла перечной мяты. Мята обеспечивает приток крови к губам, придавая им объем и насыщенный цвет. Ну вот наша программа и подошла к концу. Мы знаем, что здоровье – это самое главное, поэтому стараемся подбирать самые актуальные темы из области медицины. Открывайте для себя свой эликсир здоровья и не болейте.